Росгвардия продлила сроки регистрации гражданского оружия. Пандемия и самоизоляция внесла свои коррективы и здесь. Владельцы оружия и пистолетов по объективным причинам пока не могут в назначенный срок выполнить все положенные упражнения. В рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции введен ряд ограничений на лицензирующую деятельность. Так, в период с 6 апреля по 1 августа продлен срок подачи документов на продление разрешений и лицензий в сфере оборота оружия и частной охраны деятельности. Граждане, у которых срок действия разрешительных документов истекает в период с 6 апреля по 1 августа 2020 года, могут подать заявление о предоставлении услуг в сфере оборота оружия, частной охраны и детективной деятельности исключительно в электронном виде с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Готовые разрешительные документы можно будет забрать также в территориальных подразделениях по предварительной записи. Управление Росгвардии по Рязанской области также напоминает владельцам оружия о правилах его хранения и транспортировки в сезон отпусков. Так, хранение оружия может осуществляться только лицами, получившими соответствующее разрешение. При этом передавать оружие третьим лицам запрещено. Владельцам оружия имеет право передвигаться с оружием на основании разрешения, выданного в органах Росгвардии. При нахождении как по месту регистрации, так и по месту временного пребывания владелец оружия обязан обеспечить условия, позволяющие обеспечить сохранность этого оружия, а также безопасность граждан, окружающих его. Оставляя оружие на время отпуска дома, достаточно запереть его в сейфе и забрать ключи с собой. Рекомендуется закрепить сам сейф к стене или полу, исключив возможность хищения оружия вместе с ним. Запрещается оставлять оружие в машине. Также сотрудники управления Росгвардии рекомендуют владельцам оружия, пистолетов при проживании в гостиницах воспользоваться там личной ячейкой или сейфом, где можно хранить это оружие. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».